Я пациент онкологической случайности. После ковида онкологию схватил. Что делает ковид, какое безобразие. Смертельный недуг от ковида получил. Я химией смертельный недуг заглушаю. Еще осталось 6 курсов мне пройти. Чего там будет, Бог один об этом знает. И я надеюсь, лишь с ума мне не сойти. В диспансере онкологическом проходит время. Медперсонал весь уже знаю наизусть. У пациентов многих, как моя проблема. Медперсонал нас лечит, ими я горжусь. Руслан Тахирович, Иван Макаров в целом, Малинина Полина за поделением тут, Екатерина Таненкова, врач с успехом. Всем благодарность, я надеюсь, нас спасут. Медсестры также все работают с успехом. Медсестры постовые, абсолютно класс. Кто капельницы ставят с химией по делу. Уколы кто бережет всех нас. Я не ропщу от недуга, я стал сильнее. По барабану мне теперь присущий рак. И что мне унывать, я стал еще смелее. Поверьте, люди, онкология пустяк. Здесь вылечились многие, живут как прежде. Еще никто не умер, это хорошо. Мы все живем пока привычною надеждой. И с Божьей помощью хотим все одного. Особый случай, особый случай. Такой вот случай выпадает первый раз. Особый случай, особый случай. Надеюсь, Бог поможет ты сейчас. Особый случай, особый случай. Такой вот случай выпадает первый раз. Особый случай, особый случай. Надеюсь, Бог поможет и сейчас.